Привет всем, дорогие подписчики! Мы с вами сегодня читаем сказку «Как мышки муку делили». Мы начинаем читать. На краю большого поля жили две мышки. Норки их были рядом. Однажды услышали они стукоток. Ты латы. Думают, что за стук такой. Вылезли из норок, поглядели, а это мужик на току. Пшеницу цепами молотит. Одна мыша говорит: давай подружка пшеницы натаскаем и пироги испечем. Давай, соглашается другая. Вот они, одна мыши на ток бегает и зерно таскает. Другая мыши это зерно на жерновочки молотит. Весь день работали. Получилась горка муки. Одна мышь говорит: давай подружка муку делить. Мне две мерки, а тебе одна. Нет, мне две мерки, а тебе одна, говорит другая мышь. Я больше тебя работала, зерно таскала. Я больше работала. Не соглашается первая. Весь день жерновок крутила. Нет, я больше работала. Нет, я. Спорили, кому сколько муки забирать. Час прошел. Два уже. Смеркаться стало. Вдруг налетело сильный ветер, подхватил муку и развеял ее всю по земле. Погоревали две мыши и разбежались по своим норкам. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик. Всем пока!